Следующий комплекс «Боярышник плюс». Очень эффективный травяной сбор, очень эффективный, значит, который решает, четко для себя можете прям запомнить одну фразу, да, улучшает кровообращение сердечной мышцы. Тут все, что написано, действительно все так и есть, да, то есть он регулирует и давление, если оно связано с нарушением работы сердечной мышцы. Вот. И плюс еще у именно этой формулы боярышника есть эффект на улучшение качества крови, то есть разжижение крови за счет перца и чеснока в составе. Но при этом есть еще и особенности его ощущения в желудке. Да? То есть те формулы, которые у нас содержат каенский перец, если мы их выпиваем на, ну, так или иначе, голодный желудок, да, то может быть ощущение жжения. Поэтому боярышник я рекомендую пить в середине приема пищи. То есть поели, выпили, сверху поели. То есть чтобы капсулка была в серединке пищевого комка. А сам по себе каенский перец во всех формулах НСП, он добавлен как главный, скажем так, главное вещество, которое будет усиливать действие других трав. Да? То есть такой усилитель. Поэтому с боярышником все очень просто. Действительно, по капсулке 3 раза в день. Я не очень рекомендую принимать его на ночь. Не очень рекомендую на ночь. То есть утром, днем, ну или во второй половине дня этого достаточно. То есть на ночь не нужно. Он на 10 порядков эффективнее, чем любые спиртовые настойки боярышника или просто заварная трава с аптеки. Потому что здесь конкретно большая, вот видите, очень дозировочка именно плодов боярышника. То есть там, где и находятся все вот эти вот самые эффективные биологически активные вещества.